твой шанс, и ты звезда. И наконец-то до нас доехал, нашел время актер театра и кино, сыгравший главные роли в фильмах «Джек Восьмеркин» и «Приморский бульвар». Он активно снимается в голливудском и российском кино и телевидении. Встречайте, Александр Кузнецов! Спасибо, друзья, за грандиозный шанс выступить на Шанс ТВ. Спасибо организаторам этого фантастического канала, потому что я считаю, что это как раз и есть тот самый звездный шанс прийти сюда, записавшись заранее, естественно, и дать себе возможность быть увиденным, услышанным, не побоюсь этого слова, полюбленным миллионами наших сограждан, а может быть и всего мира. Если мы задумаемся хотя бы на секунду, я попрошу вашего внимания услышать меня, наверняка в жизни каждого человека были события, которые спустя несколько лет вы понимаете, что оно изменило вашу жизнь очень большим, серьезным, каким-то глобальным способом. Это встреча с человеком, это встреча с событием, это встреча, может быть, с книгой, иногда такое бывает, или с фильмом, или, как в моей жизни, две основные такие вехи, которые изменили мою жизнь. Первый раз, это было 13 лет, я пошел в местный дом культуры посмотреть фильм, а вдруг перед фильмом показали документальный фильм под названием «Индийские йоги. Кто они?». Я 13-летний человек, который занимался радиоэлектроникой, потому что мне это было интересно, спортом и так далее. Посмотрев этот фильм про йогов, вдруг вышел оттуда совершенно другим человеком. Я вдруг увидел в том, что йоги практикуют, и то, что они показывали в фильме, мне это очень близко, мне это понятно, мне это не надо объяснять, это в моей системе уже есть. То есть я вдруг, пум, и включил свое подсознание. Я понял, что это и есть самое главное подтверждение, что я реинкарнировался, практиковал йогу заранее. Потом я был в возрасте 20 лет, и я учился в Московском авиационном институте на радиоэлектронике летательных аппаратов. Радиолокация была моя специальность, и я абсолютно был уверен, потому что династия у меня отец радиоэлектронщик и старший брат радиоэлектронщик, и я шел по им стопам, считая, что это и есть мое предназначение. Мне это интересно. Я паял всякие усилители, приемники, когда я был ребенком и подростком. И вдруг в 20 лет я попадаю в театр на Таганку. Кто-нибудь знает этот театр? Поднимите руки. Вот. И в этом театре я смотрю спектакль «Тартюф Мольера», который также на меня производит такое «пум». Ощущение. Я вдруг понимаю, что что-то такое произошло в моей жизни, чего я даже не ожидал и не предполагал. И в результате я оказался прав. Через месяц я принял жесткое решение, что я бросаю Московский авиационный институт, 4 года обучения, и поступаю в артисты. Я не поступил первый год, но поступил во второй год. И отучившись 5 лет, я бросаю 5 лет обучения и с диким скандалом на уровне Министерства высшего образования, забирая документы из МАИ, подаю их и в Щукинское театральное училище и начинаю учиться. И когда мама меня спросила, после того, как я отучился месяц в Щукинском училище, только через месяц я сказал маме, что я бросил МАИ и поступил в театральный вуз. Она так...
Саша, а с чего ты вдруг решил, что ты можешь быть артистом? Ты же никогда этим не занимался, не интересовался, никогда не занимался ни в каких театральных кружках. Я говорю, мам, не знаю, я вот сейчас понимаю, что это единственное, прям единственное, что я хочу делать, больше ничего. Мне это нравится, я в этом вижу как бы себя, это меня прям вдохновляет невероятно. Но она поплакала и согласилась. Вот. И я понимаю сейчас, мое нахождение здесь тоже не случайно. 40-е закрытие, пиар, акции, ТВ-шанс. Я вижу те талантливые люди, которые здесь выступают. Это невероятное количество. Слава Богу! В России у нас невероятное количество талантливых людей, которые здесь поют и видят себя на сцене, и дарят эту музыку, эту любовь к музыке, к слову, к исполнительскому искусству. Дарят свою любовь нам. Это вообще потрясающе. И это, самое главное, происходит не на Первом канале. Это происходит в народном канале, который доступен всем. Каждый может здесь выступить. Не надо вообще тут особенно... Надо знать только несколько людей, чтобы сюда попасть. Важных. Вот. Поэтому я хочу поздравить всех вас, то, что мы все здесь оказались. Это я считаю, что сегодня вот мы оказались за одним столиком с удивительными людьми. Аня, молодая исполнительница, которая выступит здесь в ближайшее время. И то, что я услышал и увидел уже, я не слушал ее музыку, но просто из разговора становится понятно, что это ярчайший талант. Поэтому у меня в фильме «Джек Восьмеркин» был такой момент, когда Джек Восьмеркин возвращается из Америки, где я прожил 18 лет, работал в голливудском кино, моими партнерами были и Клинт Иствуд, и Квентин Тарантино, и Роберт Дювал, то есть серьезные имена такие. Мне было приятно работать с великими мастерами американского кино. Так вот, Джек Восьмеркин возвращается в Россию и поет песню перед порогом собственного дома для того, чтобы мама и сестра узнали его по голосу и пустили домой. My body is over the ocean. My body is over the sea. My body is over the ocean. So bring back my body to me. Bring back my body to me. Bring back my body to me. Спасибо, друзья, спасибо. Это действительно потрясающая песня, которая изменила мою жизнь в третий раз. Джек Восьмеркин, американец, забросил меня в 91-м году. Абсолютно об этом не планировал, не думал, не гадал. Вдруг я в 91-м году... полетел в Лос-Анджелес и оказался там на работе. И отработав свой проект, два проекта у меня было, 13-серийный телевизионный фильм «Аляска Кид» на английском языке. Это копродукция между Германией, Америкой, Россией, Польшей, Чехословакией в 1991 году. Глобальный проект был по Джеку Лондону. И второй фильм «Бегущий по льду», американский фильм, который снимался в сотрудничестве, в копродукции с Мосфильмом. Вот с двумя этими проектами я оказался в Лос-Анджелес 25 октября 1991 года. И когда я оказался в Лос-Анджелесе, увидев Тихий океан, я вдруг...
родная стихия, потому что я родился во Владивостоке, на берегу Тихого океана, только с другой стороны. Поэтому я завис в Лос-Анджелесе на 18 лет, и поэтому я сейчас хочу спеть песню «Fly me to the moon». Фрэнка Синатри. Я уверен, что вы самые-самые лучшие зрители, которые здесь побывали до настоящего момента. Спасибо. Александр Кузнецов.